Всем привет! Это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Я расскажу вам сегодня очень коротко, очень по существу и очень быстро перечислю все, на что стоит обратить внимание в фикс-прайсе. Я думаю, что это будет не полный список, я выпущу еще обязательно вторую часть видео. И начну я с духов, как это ни странно. Вот они, духи, которые я там приобретала. Вот так они выглядят, и я вообще как бы слова доброго не сказала бы про эти духи, потому что при поджигании они пахнут резиной. Но дело в том, что пробежавшись по китайскому рынку, я обнаружила эти же самые духи по 150 рублей. То есть продавцы закупаются в фикс-прайсе духами, вот этими именно, которые продавались только там изначально, и просто выставляют в своих парфюмерных отделах по 130 и по 150 рублей. То есть, соответственно, чуть ли не в 5 раз дороже. Обратите внимание, кто не хочет просто платить 150, и может быть это ваши любимые духи стали на данный момент. Ну а мы поехали дальше. Вот такие силиконовые штучки можно тоже смело покупать. Да, можно смело покупать. Там, значит, слева желтенький массажер для того, чтобы мыть кисти. Я уже говорила об этом. То есть еще один топ, которым я приобрела в фикс-прайсе, это кисточки. Наливаете вот сюда гель, мочите кисточки и вот таким вот образом смываете с них косметику. Ну что? И то все достойно внимания. Вот этот массажер для губ и подойдет для нежной кожи век. Ну, а мы поехали дальше. Тоник Имаграф я помещаю вот в такую баночку. Пульверизатор из Литуаль. Вот. И он у меня просто всегда под рукой. Потому что сейчас батарейка уже сохнет. Я думаю, и летом в сумочке, и даже в косметичке он пригодится. Это тоник Имаграф, они там есть в огромных количествах, советую обратить внимание. Палочки для маникюра. Все прекрасно помнят времена, когда мы каждую палочку покупали по цене там, ну, очень немалое, я бы сказала. А сейчас можно купить огромный набор, я отсюда уже очень много достала, ну, в общем, в наборе очень много палочек. Кто любит делать маникюры, кто часто делает маникюр, имейте в виду, это очень интересно. Набор для масок, тоже не могу сказать ничего плохого, все прекрасно, пользуюсь и мне нравится. И, кстати, хотела обратить еще внимание на кисточки. Вот они. Значит, слева есть фикс-прайс, они там по 2, по 3 идут, по 45 или по 49. А справа кисточка M-Art, которая одна стоит 150 рублей. Если обратить внимание на то, как они устроены, они практически идентичные. То есть они обе синтетические, плоские, овальные. В принципе, обе работают шикарно. Так что присмотритесь. Хоу! Ну и, разумеется, это серия гелей, которая продается в фикс-прайсе. Там есть шоколад, там есть банан и клубника. Ну, пока мой безусловный фаворит все-таки это клубника. Сейчас в нашем фикс-прайсе появились вот такие замечательные лаки Жан-Мишель. Они очень хорошие. Я сделала новогодний маникюр. Меня тут маленько поцарапала кошечка, не обращайте внимания. Вообще у них такая прорезиненная крышка и бутылка достаточно качественная. Собственно, так же, как и лак в ней. Стоит ли этих денег? Разумеется, стоит. И еще обратите внимание, пожалуйста, вот это уже, наверное, как бы формат пустых баночек практически. Но я пользуюсь, и мне нравится, и хотела поделиться с вами своим опытом относительно геля молочка для рук и тела. Гель-молочко для рук и тела является совершенно прекрасным продуктом для вашей повседневной жизни. Его можно использовать и на зону декольте, и на руки, и на ноги. В общем, он увлажняет, его функция увлажнять. Объем достаточно большой,
а именно 200 миллилитров. И их там существует два вида, розовые и вот такие зелено-голубые. То есть зелено-голубой он у нас с огурцом и лимоном, а розовый я уже не помню с чем, но у меня уже была одна баночка, я ее благополучно прикончила. Ну, в общем, вот это вы, в принципе, все можете брать смело. Единственное, что учитывайте, что духи при горении пахнут резиной. Не знаю, может быть, подходит как парфюм для обуви. Но, в общем, подписывайтесь на мой канал, потому что будут еще топы 10, которые я взяла с собой в 16-й год. Будет то, что не вошло в этот топ-10. В общем, будет интересно. С вами была Ольга Швец. Значит, девочки, хочу обратить ваше внимание на карандаши ТФ Триумф, он же Best for You. Я уже много лет беру вот этот карандаш, вот свотчи. Он такой очень жирный, он хорошо растушевывается. Если вам интересно, я могу рассказать вообще, что я с ним делаю. Что я с ним делаю и как. И вот новиночка. Прекрасная совершенно. Что-то 115 рублей. Черная подводка для глаз. Вообще замечательная штучка. Я уже тестировала. Она очень стойкая. Разумеется, содержит алюминий, поэтому используйте на базу, как я всегда и говорю.